Саш, скажи, зачем ты в лес ходишь? У меня появился друг. Его зовут Рыжий. Я не дам браконьерам до тебя добраться. Почему люди такие злые? Люди разные. Человек всегда выбирает, в каком мире ему жить. И поэтому тебе просто каждый день нужно делать свой выбор. Вот и все. Ну, давай его оставим. Нет, мы не можем. Я с ним подружился. Я чувствую, что что-то случилось. Саша! Рыженький, настоящая дружба – это желать другу того, что лучше для него.